Сегодня Владимира Петрова выписали из московского госпиталя. Стерлитамаковец, пострадавший при крушении казармы в Омске, возвращается домой. Напомню, трагедия, в которой погибли 24 новобранца, произошла 12 июля прошлого года. Сейчас парень самостоятельно ходит. Головные боли, как говорит, беспокоят лишь изредка. К сожалению, с работы первое время придется повременить, потому что на данный момент все нагрузки запрещены. Ну, офисная работа, в общем, мне только подойдет, так как нагрузки на ногу вообще мне запрещены, мне даже запретили бегать. Как-то так. Передаю всем огромный привет. Скоро я буду дома. До встречи.